Уважаемые студенты, преподаватели, уважаемые гости, журналисты, сегодня мы принимаем известного российского предпринимателя, общественного деятеля, публициста Михаила Борисовича Ходорковского. Прошу еще раз приветствовать. Позвольте кратко представить Михаила Борисовича. Я коснусь его академической и публицистической деятельности. Михаил Борисович Ходорковский в 1986 году окончил с отличием Московский химико-технологический институт имени Менделеева, получив диплом по специальности инженер-технолог. В годы перестройки Михаил Борисович создатель первого в СССР межотраслевого центра научно-технического творчества молодежи, НТТМ. Параллельно с деятельностью в НТТМ Михаил Борисович продолжал учебу в Институте народного хозяйства имени Плеханова. В 1988 году он окончил этот институт по специальности финансист. В 1997-2004 году был совладельцем и главой нефтяной компании «ЮКОС». Активно занимался государственной, социальной, общественной деятельностью. Автор многочисленных научных и публицистических работ в области социоэкономики и политики. За публицистическую деятельность награжден литературной премией журнала «Знамя». Удостоен немецкой награды за правозащитную деятельность медали имени доктора Раймера Хильдербранта, лауреат премии имени Андрея Сахарова за журналистику «Как поступок», премии Леха Валенцы «Знак признания смелости в продвижении ценностей гражданского общества, решительности в утверждении основ экономической свободы и стойкой борьбы за справедливость и человеческое достоинство». Михаил Борисович, мы знаем, насколько важны для вас ценности гражданского общества, как демократия и свобода. Мы приветствуем вас в свободной стране Украина, в свободном городе Киеве. И в очень свободном Киевском политехническом институте. Мы благодарны вам за готовность встретиться со студентами, преподавателями и всеми вашими друзьями и приглашаем вас к прочтению вашей лекции. Дорогие друзья, я всех приветствую. Я искренне благодарен за то, что вы сегодня собрались, чтобы меня послушать. Я думаю, что это демонстрирует ваш интерес к России вообще и к инакомыслящей России в особенности. Спасибо вам большое. Я прошу прощения за некоторые шероховатости в моем выступлении и за то, что я буду пользоваться своими записями, поскольку 10 лет я не имел опыта публичных выступлений по понятным причинам, и за это время, конечно, навыки потерял. Я попросил о возможности встречи со студенчеством технического университета именно потому, что на протяжении всей своей рабочей карьеры я был связан именно с техникой, я был связан с техническими университетами. Мы многие годы сотрудничали с Томским политехническим университетом, и я привык и воспринимаю студенчество как один из наиболее таких вот опорных столбов для промышленности, для того бизнеса, в котором я, собственно говоря, проработал всю свою рабочую биографию.
Но помимо этого, студенчество, преподаватели, культурная элита являются крайне важным фактором на этапе революционных изменений. Именно от того, какую позицию займете вы, зависит от то, какое общество, насколько успешно общество будет построено в новой Украине. Собственно говоря, с этим и связана вот эта вот моя просьба о сегодняшнем выступлении. Но помимо проблем Украины, которые вас, несомненно, волнуют более всего, существуют и проблемы России. То, что происходит сегодня на Украине, это важно и в гораздо более широком контексте, но я об этом буду говорить. Моя лекция называется «За вашу и нашу свободу». Только что мы стали свидетелями трагических событий, которые затрагивают каждого украинца, каждого русского и каждого европейца. Осознавая масштаб происходящего, я принял решение приехать в Киев и выступить здесь по трем причинам. Во-первых, чтобы продемонстрировать таким образом свою личную позицию и проявить солидарность с народом Украины. Во-вторых, чтобы представить вам взгляд на происходящее со стороны той части российского общества, которая преследует действительные, а не мнимые национальные интересы России. И, конечно, той части общества, которая не зомбирована телепропагандой. Я еще раз хочу сказать. Я представляю интересы и мнения именно российского общества, которые могут отличаться от ваших взглядов, но знать вам эти взгляды, наверное, было бы полезно. Я хочу также обозначить некоторые предложения, которые могут способствовать недопущению сползания ситуации к долгосрочному противостоянию между Россией и Украиной, а главное, между российским и украинским народами. Мне кажется, это было бы очень важно. Сразу хочу обозначить свою личную позицию. Я являюсь безусловным сторонником построения в России правового демократического национального государства с единой гражданской нацией. И, безусловно, поддерживаю аналогичные устремления украинского народа. Во-вторых, необходимо быть последовательным. И я призываю своих соотечественников защищать принадлежащую России землю, в том числе на Северном Кавказе, в том числе с оружием в руках, о чем я говорил сразу по выходу из тюрьмы, обязан признавать это право за украинским народом. Я эту последовательную позицию занимаю. На протяжении нескольких месяцев, как и сотни лет до того, Украина была непрерывно объектом приложения усилий со стороны практически всех мировых центров силы, включая Россию. Это нормально. Мы все взаимосвязаны. Однако, начав экспансию в Крыму, целью которой, по всей видимости, является аннексия Крыма или создание на его территории псевдонезависимого государства, наподобие Абхазии или Южной Осетии, российское государство, я еще раз подчеркиваю, государство, правительство, а не Россия как страна, не российский народ, резко вышли из существующего международно-правового поля. Российское государство противопоставило себя большей части мирового сообщества. Мы это можем воочию наблюдать в мировых СМИ. Правительство моей страны таким образом обращается к практике разрешения территориальных споров 19-го столетия.
Этот шаг, безусловно, будет иметь самые серьезные последствия как для мира в целом, так и для самой России. Справедливости ради, надо сказать, что вопрос о судьбе Крыма является крайне болезненным как для украинцев, так и для русских. Это не просто какой-то территориальный спор, а каких-то дополнительных квадратных километров. Крым не нефтеносный пласт, и для экономики России он скорее обуза, чем приобретение. Но для русских это сакральное место. Важный элемент нашей исторической памяти и самая незаживающая рана со времен распада СССР. Я не ошибусь, если скажу, что для многих россиян Севастополь – это как часть Святой Земли. Это должно быть учтено в поиске формулы урегулирования, иначе никакого урегулирования не получится. Тем не менее, ни символическое значение Крыма в российском сознании, ни исторические права на территорию Крыма, ни гражданский конфликт в Украине, ни смена политического режима, ни ссылки на аналогичные действия третьих стран не являются оправданием для столь грубого вмешательства в дела исторически дружественного государства. Приобретая территорию, застроенную дворцами слуг народа, в интересах политиков, желающих войти в историю как собирателей земель, мы теряем российско-украинскую дружбу. Мы, россияне, теряем дружбу братского народа, теряем финансовый и моральный, так необходимый нам для наших собственных реформ, ресурс. Люди, которые не понимают сейчас значимости этих потерь, а у нас в России, к сожалению, многие этого не понимают, я боюсь сказать, но не понимает это большинство, невольно действуют против национальных интересов не только Украины, но и России. Создаваемый таким образом прецедент опасен прежде всего, опять же, для самой России. Посеявший ветер пожнет бурю. Как я уже сказал, Россия обременена не меньшим числом сходных проблем, чем Украина. И нельзя исключать, что в будущем кто-то воспользуется наработанными Россией сегодня технологиями против самой России. Вы знаете, вот мне понятно, почему некоторым политикам и близким к ним предпринимателям в России интереснее после олимпийских строек заняться Крымом, а не Воронежем, Вологдой или другими российскими регионами, которые вот так вот нуждаются во внимании и ресурсах, где надо решать реальные проблемы российских граждан. Непонятно мне другое, почему некоторые мои собственные сограждане не понимают, что сейчас одним замещают другое. Вот это мне непонятно, и очень бы хотелось это изменить. Поэтому я полагаю, что наилучшим решением могло бы быть сохранение Крыма в составе Украины, но с созданием самой широкой автономии. Например, той, которая имеет Шотландия в составе Великобритании. И с предоставлением безусловного права населению Крыма на использование родного языка. Можно было бы подумать и о соглашении между Россией и Украиной о создании на территории Крыма совместной экономической зоны. В рамках такого соглашения Россия могла бы осуществлять программы экономического развития региона. Если моя страна действительно хочет помочь соотечественникам, то ей надо такую возможность предоставить. Для этого нашей стране, России, вовсе не обязательно отбирать территорию у дружественного соседа, у исторически братского государства. Но в любом случае, теперь Крым – проблема на десятилетия. Ее нужно решать. Мне кажется, полезным было бы созвать международную конференцию по Крыму с самым широким представительством всех выдающихся умов нашего века, мировых моральных авторитетов. Эта конференция может создать комиссию по Крыму, которая могла бы помочь в разрешении конфликта и его неизбежных последствий.
Но проблема Крыма – это только преамбула к вопросу о гораздо более масштабному и важному. Это вопрос об отношении к исторической памяти русского и украинского народа. Это вопрос об отношении к общей исторической памяти. Это бесконечная тема. Но я полагаю, например, что история Крымской войны – это в такой же степени история Украины, как и история России. И в конце концов, город Севастополь – это город как русской, так и украинской военной славы. В теории, конечно, можно отбросить имперский период истории, как период оккупации, и начать строить жизнь с нуля. Но гораздо мудрее было бы всем, и русским, и украинцам, научиться извлекать пользу из общего исторического опыта. Михаил Булгаков, такой же украинский писатель, как и русский, а Гоголь и Шевченко, такие же российские писатели, как и украинские. Да и сегодня, вот проходя к вам, я проходил через помещение музея, слушайте, Королев, Менделеев, Челомей. Как это все делить? Это общая история. И она должна оставаться в этой части общей, несмотря на то, что сегодня наши народы строят два независимых национальных государства. Второй существенный аспект. Российские власти предпочитают говорить о том, что в Украине произошел конституционный переворот, тщательно избегая употреблять слово «революция». С этим очень трудно согласиться. Переворот, прежде всего, может быть там и только там, где действует конституционный режим. Украину при режиме Януковича, как, собственно, и современную Россию, вряд ли можно было бы назвать правовым государством, несмотря на наличие письменного текста Конституции. Правовое государство существует только там и тогда, где и когда существует действительное разделение властей, независимая судебная система и подлинная реальная сменяемость власти в результате честных выборов, где обеспечивается правопорядок. Совершенно очевидно, что ничего подобного ни в Украине при Викторе Януковиче, ни в России при Владимире Путине не было и нет. А значит, нельзя перевернуть то, чего не было. На самом деле, ни у кого, за исключением российских властей, не возникает и доли сомнения, что в Украине произошла настоящая революция. И после революции внутри страны, как и за ее пределами, самостоятельно определяются в вопросе о том, как к этой революции относиться. Определяющим должно являться понимание того, была ли революция справедливой или нет. Со времен отцов-основателей американской конституции считается общепризнанным, что народ имеет право на восстание против тех, кто узурпировал власть. Поэтому глубоко ошибаются те, кто полагают, что революция всегда попирает право. Бывает, она восстанавливает право, которое попиралось предыдущей властью. Вторая украинская революция – это революция справедливости. Я был вчера на Майдане, я видел, какой дорогой ценой украинскому народу далась эта победа. Это трудно представимо, хотя я был участником конфликта в Москве в 91-м, а в 93-м году. Позор тем, кто развязал насилие против своего народа, и тем, кто им покровительствовал. Позор. Но пролитая кровь не должна пропасть даром. У людей, которые стояли плечом к плечу на Майдане, были разные взгляды на жизнь. Но были две объединяющие цели, обе абсолютно понятные и достойные. С одной стороны, это была национальная революция, очередной этап борьбы украинского народа за свое самоопределение. С другой, это было противостояние ополоумевшему от жадности коррупционному режиму, который забыл о наличии любых иных интересов,
кроме интереса набивать собственные карманы. Хочу подчеркнуть, что наш российский народ сегодня нуждается в решении тех же проблем. И именно это вызывает беспокойство нашей российской власти. Вторая революция на Украине является событием мирового масштаба. Ее значение выходит далеко за рамки самой Украины. То, что происходит сейчас в Украине, может привести к переформатированию всей европейской политики. К сожалению, еще не все и не до конца это понимают. А к этой проблеме надо очень серьезно относиться. Мы после Ялтинской конференции реально пересматриваем первый раз всю европейскую структуру. Уверен, что заслуги украинской революции именно как примера для подражания еще будут оценены в России по достоинству. Но воздав должное заслугам украинской революции, нельзя обойти молчанием и ее ошибки. Как и любая другая революция, украинская революция является серьезным испытанием для народа. Прежде всего потому, что в ходе революции неизбежно на первый план выходят радикалы с обоих сторон, что зачастую может завести общество в тупик или обречь на изматывающее гражданское противостояние, где внешний фактор, о котором сейчас все так любят говорить, на мой взгляд, играет совершенно не решающую роль. Я знаю, что есть противоположная точка зрения. Мое убеждение именно такое. Единой нации такое внешнее давление было бы абсолютно не страшно. Радикализм части активистов Майдана стал, среди прочего, одной из причин того, что Украина вот-вот готова сползти к гражданскому противостоянию. Я с большим напряжением читаю, я думаю, что вы тоже, о событиях в восточных регионах Украины. Я хочу просить вас, что необходимо помнить, и крымчане, и жители восточных регионов, и служащие армейских подразделений, отказавшиеся от присяги, это граждане Украины. И противостояние с ними – это гражданский конфликт. Повторю, я сейчас не говорю о значении иных факторов, например, вмешательства извне, которое имело место, но оно имело место и в других гражданских конфликтах, начиная с американской революции, революции, которая была в России в 17 году и так далее. Пойдя на поводу у радикальных элементов и лихой кавалерийской атакой, отменив закон о статусе русского языка, новая украинская власть, как я полагаю, допустила фатальную ошибку, которая усугубила внутриполитическую и внешнеполитическую обстановку в Украине. И то, что эта ошибка была очень быстро осознана разумной частью украинского истеблишмента, к сожалению, уже не помогло. Значительная часть населения Украины ощутила для себя угрозу в самом чувствительном вопросе – в вопросе о языке. Мы помним о годах насильственной русификации в Украине и не собираемся сбрасывать их со счетов. Это было. Но сам по себе этот прискорбный факт не является основанием осуществлять насильственную украинизацию или хотя бы думать, что такая украинизация в принципе возможна. А вы превосходно понимаете, как раздуваются любые такие информационные поводы с помощью пропаганды. Для восстановления национального мира в Украине, для подавления сепаратизма сегодня прежде всего нужны интенсивные усилия для восстановления доверия между ее двумя крупнейшими общинами – украиноговорящей и русскоговорящей. Причем речь должна идти о комплексе мер как законодательного, так и политического характера, которые способны убедить
обе стороны в том, что не будет ни насильственной ассимиляции русскоговорящих, ни ползучей русификации в советском духе, поощряемой бывшей метрополией. Эта уверенность у людей должна появиться. Чтобы подорвать доверие, было достаточно одной подписи. Чтобы его восстановить, необходима долгосрочная и взвешенная политика и правовые гарантии со стороны государства. Это необходимое условие восстановления гражданского мира в Украине. И ведь Украина в этом отношении не уникальна. Положение жителей Квебека, положение шотландцев, положение шведоговорящих жителей Финляндии мало чем отличается от положения русскоязычных жителей Крыма. И предоставленные им гарантии и возможности культурной автономии не подрывают, а наоборот укрепляют устои государства. Вообще, на мой взгляд, идеальной для Украины являлась бы ситуация, при которой каждый житель здесь говорит как минимум на двух языках, как в той же Швейцарии. Я думаю, даже сейчас на самом деле так оно и есть. Большинство жителей Украины говорят на двух языках. И эта ситуация, она не вредит ни швейцарской, ни бельгийской независимости. И мне трудно представить, как это повредит независимости Украины. Считал и считаю, что совместное движение в европейском направлении являлось бы главным объединяющим фактором для взаимоотношений российского и украинских народов. Это главное, что должно объединять наши страны в политической сфере. Но если в начале 21 века локомотивом такого движения в европейском направлении, в направлении европейских ценностей, могла бы стать Россия, то теперь произошла смена. И лидером постсоветской интеграции, если захочет, может стать Украина. Новая Украина может стать маяком и источником ценностей, ценностных ориентиров для новой России, которая еще не создана. Но было бы аж большой ошибкой начинать движение в Европу, заправив свой автомобиль радикальной смесью из этнической нетерпимости или чувством мести по отношению к бывшим политическим противникам и оппонентам. Гуманизм и терпимость для Украины – это сегодня не пустой звук. Негромкая фраза, чтобы ее вот произнести, как мы произносим такие фразы, и забыть. Сегодня это ваше оружие. Более того, скажу, это ваше единственное мощное оружие. В военном, в экономическом отношении Украина сегодня слаба перед любым потенциальным агрессором, перед кризисом, который может быть хуже агрессора. Если вы не можете быть сильнее своего противника, вы должны быть моральнее его. Ваше нравственное превосходство материализуется в силу, которая заставит этого противника остановиться. Но если вы окажетесь с ним в нравственном отношении на одном уровне, если вы начнете сводить счеты с побежденными, если будете прибегать к внесудебным расправам над проигравшими, превращая правосудие в дешевый спектакль, как это было здесь, как это есть на сегодня в России. Если не будете быстро и эффективно пресекать националистические проявления даже на уровне отдельных эксцессов, а такие эксцессы происходят, то вы проиграете вдвойне. Если уже Украина намерена двигаться в Европу, то давайте начнем с великой европейской гуманистической традиции. Предлагаю подумать над приглашением известных российских правозащитников для участия и разрешения неизбежных индивидуальных конфликтов, которые будут происходить с русскоязычным населением Украины. Позиция известных независимых людей из России помогла бы не только разрешить сами проблемы, понимаю, что с этим вы справитесь и сами, но она помогла бы снизить пропагандистский эффект использования таких ситуаций
заинтересованными лицами для ухудшения отношений между народами. Готов оказать любое необходимое содействие в организации такой работы. Следующий вопрос. Репутация власти, которой предстоит вытаскивать страну из гражданского противостояния, должна быть абсолютно безупречной. Часть этой безупречной репутации заключается в обеспечении абсолютной легитимности выборов, которые вы наметили на май. Но проблема с выборами состоит в том, что сегодня заранее можно сказать, что проигравшая сторона будет, вероятно, настаивать, что выборы были нечестными. Особенно опасна неизбежная попытка сослаться на нарушение по этническому принципу или использовать этнические мотивы в ходе избирательной кампании. Я уж не говорю о том, что ваши оппоненты на сегодняшний день заинтересованы в том, чтобы выборы вообще не состоялись, потому что нелегитимная украинская власть – это прекрасная возможность для дальнейших агрессивных действий. Если вот такие этнические мотивы возникнут, то не должно быть сомнений. Оппоненты свободной и независимой Украины обязательно увидят такую возможность для достижения своих целей. Тем не менее, боюсь, что Украина не Чили, чтобы один кандидат приезжал в гостиницу к другому кандидату с цветами поздравить с победой. К сожалению. Значит, очень велика будет роль наблюдателей. Но и здесь есть проблема. Также заранее можно сказать, что будут две команды международных наблюдателей, которые будут конкурировать друг с другом. В том числе внутри ОБСЕ. Европейская и условно назовем ее Чуровской. Да, все знаете Чуров. В Европе будут верить одной, но в России другой. А это очень опасно, так как, я уже сказал, нелегитимность власти будет серьезным аргументом для оправдания внутри России агрессивных действий по отношению к Украине. Где же выход? Мне кажется, он есть. Он заключается в приглашении еще одной команды международных наблюдателей, которой доверяет российское общество. Такой командой могли бы стать профессиональные группы независимых наблюдателей от России, сыгравшие важнейшую роль на думских и президентских выборах 2011 года и на выборах мэра Москвы. Я был бы рад помочь организовать их работу в Украине, если это поможет сгладить конфликты и повысить легитимность результата. Как бы невелика на сегодняшний день была горечь утрат, как бы не кровоточили свежие раны, и в прямом, а я вчера был в больнице, и в переносном смысле, самые большие риски, которые сегодня существуют, имеют долгосрочный характер. Дело не столько в судьбе конкретно Крыма или какого-то политического режима, а в исторических судьбах украинского и русских народов. Они много веков шли параллельными путями. Но вот в этой точке они могут разойтись в стороны, оторваться друг от друга навсегда и продолжить дальнейшее движение по истории врозь. А мы ближайшие соседи. И от этого-то нам никуда не деться. Такую полосу отчуждения придется преодолевать столетиями, если вообще когда-нибудь удастся преодолеть. Именно поэтому я полагаю, что решение российской власти о грубом вмешательстве в революционный процесс в Украине было исторической ошибкой. Но тем не менее, именно поэтому я считаю, что наряду со всеми политическими методами по урегулированию украинского кризиса, как ни странно, очень важную роль должны сыграть усилия общественности по сохранению той традиционно благожелательной ауры российско-украинских отношений, которая улетучивается буквально на глазах. Просто вот ощущать это можно. Кому-то это может показаться малосущественной мелочью. На самом деле сохранение этой ауры
Это самое главное. Если мы сохраним коридор доверия между обществами, то рано или поздно мы заставим правительство договориться на политическом уровне. Если мы потеряем эту ауру доверия, то мы потеряем друг друга навсегда. Сегодня тот самый момент, когда политика, когда культура может определять и направлять политику. Но сегодня произошла парадоксальная ситуация, когда Кремль, условно говоря, монополизировал функцию защиты и развития русской культуры и прежде всего русского языка в Украине. Получается что-то вроде пакетного предложения. Если ты русский, живущий в Украине, или если ты украинец, но тебе интересен русский язык и русская культура, я имею в виду сейчас в этническом смысле, то ты должен получать это в пакете с поддержкой политики нынешнего российского режима по отношению к Украине. То есть стать своего рода пятой колонной. А если ты не хочешь быть пятой колонной, то у тебя нет альтернативы. Это неправильно. Я считаю, что для русскоговорящих жителей Украины, для всех украинцев, которым интересны русский язык и русская культура, должны быть внутри Украины созданы все возможности. Нам нужно культурное диалоговое окно, внутри которого можно было бы постепенно восстанавливать и даже расширять взаимодействие. Я знаю, многое в этом направлении делается, но нужно делать сейчас еще больше и нужно говорить об этом. Говорить об этом и для России, и для тех русскоговорящих украинцев, которые сомневаются на сегодняшний день в своих культурных перспективах. Я был бы готов принять участие, поддержать, создание в Украине общества русской культуры с самыми широкими просветительскими функциями, которое стало бы неким хабом для поддержки самых разнообразных культурных программ. Но решать этот вопрос, конечно, вам. Особая роль в сохранении вот этой вот ауры взаимоотношений между народами принадлежит лидерам общественного мнения. Только они могут противостоять в какой-то мере разнузданной пропаганде, которая имеет место сегодня по федеральным каналам российского телевидения. Сегодня долг каждого, чье имя и положение в обществе позволяет сформировать позицию значимого числа людей, понять, что украинская революция – это его вопрос. Предотвращение противостояния между нашими народами и его обязанность. Я считаю возможным в этой связи предложить провести в ближайшее время, даже до выборов на Украине, в Киеве или в любом другом городе, конгресс русской и украинской интеллигенции и готов заниматься тем, чтобы все значимые, независимые от власти силы российской элиты приняли в нем участие. Я считаю, что это было бы очень важно. Я считаю, что это было бы очень важно и для России, и для российского народа, и для украинского народа. Украине необходимо стать европейским государством. Для этого необходимо решение двух взаимосвязанных задач – ликвидация коррупции и привлечение иностранных инвестиций. Надо прямо сказать, Украина и Крым – потенциально аналог Восточной и Западной Германии, где решался вопрос о конкурентоспособности западных ценностей в измененном мире. Если Запад позволит себе проиграть в этом ценностном противостоянии, значит, за Грузией и Крымом последует что-то другое. Мы все это проходили 70 лет назад, мы все это знаем по нашей общей европейской истории. Значит, необходим план Маршалла для Украины. План Маршалла, который помимо финансовой составляющей должен включать в себя
антикоррупционную составляющую, которая на сегодняшний день для Украины, впрочем, конечно, как и для России, важен настолько же, насколько в 1945 году для Германии была важна денацификация. Это сравнимые по важности задачи. Но главное, что успех демократического строительства в Украине – это пролог создания новой России, страны справедливости и демократической ценности. С другой стороны, в случае неудачи ждите продолжение бессмысленной для России, но выгодной для нынешнего режима экспансии. А это, как я понимаю, чуть раньше или чуть позже война в Европе. И надо понимать, сегодня вопрос стоит именно так. Я лично готов сделать все, чтобы предотвратить такой сценарий, и думаю, что аналогичные мысли могут быть у каждого из сидящих в этом зале. Спасибо большое за внимание. Спасибо Михаилу Борисовичу за все вышесказанное. Давайте еще поблагодарим. Сейчас позвольте перейти ко второй части нашей сегодняшней встречи, к блоку вопросов от студентов. Хочу подчеркнуть, именно от студентов. Поскольку мы сегодня пригласили всех желающих в зал, но общаться будем со студенчеством, так как это те молодые люди, которые будут строить в будущем новую страну. Давайте сегодня в наших вопросах не углубляться в политику, поскольку ее и так уже много в нашей жизни сегодня, а есть более важные темы – экономика, геополитика, анализ того, что нас ждет после политического кризиса. Итак, дорогие друзья, микрофон стоит в центре зала, в проходе, возле операторов прессы. Подходите, уважаемые студенты, мы вас внимательно слушаем, а именно Михаил Борисович. Вы имеете в виду украинские оппозиционные силы? Да. Я имел возможность за время своего короткого пребывания здесь, в Киеве, повстречаться с лидерами некоторых политических сил, которые сочли интересным со мной встретиться. Мне показалось, что те люди, во всяком случае, с которыми я встречался, они нормальные, взвешенные люди. Конечно, у них имеются свои позиции по разным вопросам. Проблема же не в этом. Любая сила, любая политическая сила, находится она сегодня в оппозиции или завтра она находится у власти, она все равно без общественного контроля будет скатываться к преследованию собственных интересов. Это общемировая практика, с этим ничего не поделаешь. Если кто-то считает, что можно опять вручить власть в руки Ивана Ивановича или Ивана Петровича и дальше спокойно ждать, когда, так сказать, он принесет благоденствие на тарелке с голубой каемочкой, это бессмысленное ожидание. Если гражданское общество не будет контролировать власть, неважно, насколько замечательными людьми являются лидеры той или иной политической силы, вы обречены на возвращение Майдана, антикоррупционных Майданов. Следующий вопрос. Не забывайте представляться. Сейчас находится в
вопрос. Я уже услышал, и если я раньше понимал плохо, то после вашего выступления я понимаю. Да, я не Я, честно сказать, думал, что вы меня будете критиковать, почему я выступаю перед украинской аудиторией, которая собралась послушать именно представителя российского общества, а вы знали, что я представитель российского общества, и вас сюда никто не загонял. Так вот, я думал, что вы меня будете критиковать, что я, выступая перед вами, говорю о России. А я говорил в основном-то о России, заметьте. О проекции украинской революции, о проекции происходящего в Украине на Россию, именно это, скажу откровенно, волнует меня больше всего. Хотя я люблю Украину. Так вот, если вы услышали в том выступлении, которое вы слушали, слово «фашистские экстремисты», то, видимо, вы во время моего выступления слушали не мое выступление. Я говорил о наличии радикалов из той и с другой стороны. Я вот приехав в Украину, первое, что сделал, прямо ночью, так сказать, пошел на Майдан, был и на самом Майдане, и был в общежитии. Спасибо, если меня слышат те, кто меня там принимал очень гостеприимно, я им очень благодарен. Поскольку это была ночь и было более-менее спокойно, люди мне много и очень подробно рассказали. Я прекрасно понимаю, и я об этом сказал на митинге на Майдане, что я увидел на Майдане не больше фашистов и нацистов, чем мы видим на улицах Москвы и Питера. Я вот сказал именно такие слова. Если вы услышали от меня что-то другое, извините, я, видимо, не четко выражаюсь. Спасибо. Следующий вопрос. Лаконичнее. Хотелось бы послушать Михаила Борисовича. Я думал, что я ответил на этот вопрос в самом начале своего выступления. Тяжело было попасть в зал, я не сказал, что вам это возможно. Да, я сказал, что, ну, во-первых, давайте, так сказать, все-таки не преувеличивать
мое признание заслуг Владимира Путина. Но не в этом. У нас в 70% случаев совпадают глобальные цели. Он объявляет, что он хочет благосостояния и благополучия для российского народа. Я тоже хочу благосостояния и благополучия для российского народа. У нас глубокое противоречие по методам. Так вот, возвращаясь к вопросу Крыма, я сказал, что вся, в своих выступлениях сразу после Крыма, что вся планета Земля, она к сегодняшнему дню кем-то где-то завоевана когда-то. Ну, нет ни одного клочка, я думаю, на территории Земли, ну, кроме, может быть, Антарктиды, за которую кто-то когда-то не сражался и не проливал кровь. Сложилась некая ситуация, сложились некие границы. Вот в пределах этих границ не надо говорить, каким образом досталась та или иная Земля. Это наша Земля. Наша Земля на Северном Кавказе. Она наша. Если кто-то ее хочет у нас отобрать, значит, мы будем драться. И если мы признаем такую позицию для себя, то мы обязаны признавать такое же право за украинским народом. Вот моя позиция. Никто не обещал, что вам будет просто. Но если вы этого хотите, вы будете. Сейчас мы со студентами сначала пообщаемся, а потом, если вдруг останется время, а студентов много, я думаю, его не останется, то пока со студентами. Пожалуйста, задавайте. По Альфон Рубль, Киев. Михаил, я думаю, что вы согласитесь, что в преступном государстве, как сказал Гегель, все преступно. А вы в каком университете? Я в 19-20 февраля на Майдане. И я выступаю на сцену, которую вы вчера были. Сцена провожала Бойцова, ясно суть. Михаил, у вас есть сейчас возможность почтить память. Вот эта девчатка принадлежит бойцу из института. Прикоснитесь сами, прислушайтесь, как небе небесное сегодня чеканит марш словами. Свобода, свобода, свобода. Слава героям! Вечная слава Саше Чеханову! Спасибо большое за выступление. Дорогие друзья, давайте не будем отклоняться от нашей... Уважаемые коллеги, я бы хотел обратить ваше внимание, что вы очень правильно сказали вот вначале, что я все-таки представитель российского общества. А вы сейчас говорите о внутри украинских проблемах. Не противоречите сами себе. Мне как человеку глубоко, глубоко, поверьте мне, жалко тех людей, которые погибли на Майдане. Я был действительно глубоко поражен тем кошмаром, который там был. Я был в больницах вчера, я поговорил с раненым, но не заставляйте меня давать оценки и принимать участие в тех вопросах, которые относятся к компетенции украинского народа. Дорогие друзья, я
сомневаюсь, что у каждого из сидящих здесь в зале есть, возможно, не один вопрос, но хотелось бы услышать вопросы и мнения именно молодежи, студенчества, так как они будущее нашей страны. Поэтому, пожалуйста, студентам мы приветствуем у микрофона. Называйтесь, задавайте свои вопросы. Меня зовут Владимир Берцан, факультет электроники, Киевский политехнический институт. Михаил Борисович, у нас вам такой вопрос. Что вы можете, пару слов об организации «Открытая Россия» и именно интересует проект «Новая цивилизация». Что вы можете об этом сказать? Спасибо за вопрос. Проблема российского общества, я не знаю, насколько она является проблемой и украинского общества, это вам судить, заключается в том, что у нас люди, мои сограждане, всегда задают вопрос, вот если не Путин, то кто? То есть вот это вот существует понимание, как строится вождистская система государственной власти, и непонимание того, как строится нормальное демократическое государство. Это не возникло при Владимире Путине, это, этой традиции достаточно много времени. Я на самом деле всегда говорил о том, что надо по-другому ставить вопрос. Если не Владимир Путин, то что? Это и ответ на это – демократические институты. Вот объяснить людям, как должна управляться страна, с помощью, не с помощью одного вождя, а с помощью демократических институтов, при разделении властей, при независимом суде, при обязательной сменяемости власти, при контроле общества над властью. В общем, все то, что сейчас в муках рождается в Украине, вот это и была задача новой цивилизации. Вот то, что вы сейчас делаете, это на самом деле грандиозный исторический пример, или, как в бизнесе говорят, кейс для преподавания в школе новой цивилизации. Я сказал в своем выступлении, что я считаю все происходящее грандиозной исторической ошибкой. И уж чего вы точно от меня не услышите, это поддержки в
действий российской власти, направленных на то, чтобы решать проблемы не российских регионов, а какие-то нереальные проблемы российских регионов, а какие-то совершенно иные проблемы. Но взвешивая свою позицию, принимая решение о своем поведении, о своих действиях, вы должны учитывать, что вот эти вот все разговоры для влияния на экономику России конфликтов в Крыму, это вопрос весьма долгосрочный. На сегодняшний день серьезных убытков, именно убытков, Россия еще не понесла. Те 60-70 миллиардов долларов, о которых вы говорите, это падение фондового рынка, это виртуальные деньги. Реальные затраты пока намного скромнее. Оценки экспертов идут в районе 3 миллиардов долларов в год. Мои оценки выше, прямые затраты будут в районе 5 миллиардов долларов в год. Это много, но я еще раз подчеркиваю, в краткосрочной перспективе для России это все-таки небольшая проблема. И понимаете, необходимо учитывать не вопрос вот непосредственно финансов, необходимо учитывать умонастроение. А умонастроение тяжелое. И они в некоторой степени имеют за собой некие исторические основания. Вы можете с этим не соглашаться, я могу с этим не соглашаться. Но не учитывать это было бы серьезной ошибкой. Тогда вы выходите на переговоры не с желанием договориться. Что это означает? Война? Я не думаю, что здесь и сейчас к этому кто-то стремится. Я не западный лидер, но я смотрю на тему с практической точки зрения, а там также мыслят, как и все. А, собственно говоря, а с какой стати? А в какой мере нас это касается? А что мы можем сделать? Воевать за Украину? А зачем? С какой стати? Я думаю, где-то размышления такие. Правильные они или нет? Ну, это другой вопрос, но именно вот размышления идут именно в таком стиле. Да, так сказать, продемонстрировать некое недовольство, да, а что еще могут сделать? С практической точки зрения. Если вы вот ждете от... Вот это вот очень интересно. Вы ждете от Запада чудес. Да не ждите. Записки у нас, к сожалению, на них не будет, наверное, времени. Все-таки у микрофона, кто сможет. Пожалуйста, следующий вопрос. Добрый день, Иван Сузин. Спасибо, что вы приехали. Господа, я сразу, чтобы вы так особо на эту тему не сомневались, я записки возьму с собой, я постараюсь на них ответить на своем сайте. Я прошу прощения, мне кажется, это очень важно, это моя записка. Хорошо. Говоря о Крыме, вы говорили об интересах России и Украины, мне кажется, это нонсенс. Я не слышал, может, я плохо слышал, извините. О крымских татарах ни слова не слышал. Это международный скандал, на мой взгляд. Простите, пожалуйста. Я представляю здесь россиянина. Я представляю здесь мнение части российского общества. И я говорю о тех интересах, которые есть у этой части российского общества.
Если украинская аудитория захочет услышать мнение представителей крымских татар, а я думаю, что это мнение необходимо услышать, то вы, пожалуйста, пригласите того человека, который компетентен говорить об этих интересах. Я не компетентен. Еще раз добрый день, спасибо, что приехали. Российский журналист Олег Гаршин с экзаменов на «Эхо Москвы» написал, что основание считать Крым Украины не больше, чем основание считать Чечню частью России. Возвращаясь к вашей реплике о Северном Кавказе, я хочу понимать, вы считаете Крым русской территорией, но не готовы воевать за него только потому, что он находится в пределах Украины, но если Чечня, если Чечня захочет поделиться от России, вы готовы за него воевать. Я хочу понять вашу позицию по этому вопросу. И второй вопрос. Извините, что хорошо, но я его обязан закрыть. Андрей Ларионов, бывший советник Путина, высказал свою точку зрения насчет того, как дальше будет разбираться конфликт в России. У него есть три пункта. Первый, Крым, этот вопрос он уже считает вполне решенным. И следующий его ходы сводятся к тому, что Путин возьмет войной юго-восточные регионы России, путем того, что будет проводить юго-восточные регионы Украины, с целью уничтожить, убить, покалечить русских граждан, якобы ввести войска, чтобы защитить эти регионы. Считаете ли вы такое будущее возможно? Спасибо. На первый вопрос я уже давал ответ дважды, я не буду повторяться. По второму вопросу, моя точка зрения, что главное на сегодняшний день, чтобы не допустить развития неприятных сценариев, это налаживание или восстановление взаимного доверия между российским и украинским обществом, между русскоязычным и украиноязычным общинами украинского общества. Вот это моя точка зрения. Есть другая точка зрения, я ее многократно слышал, что нет никакого конфликта интересов внутри украинского общества, есть только внешняя экспансия. Я специально смотрел социологию. Социология, к сожалению, подтверждает то, что говорю я. Если у вас другое мнение, вы имеете на него право. В этом дело. Я просто вас спрашиваю, считаете ли вы возможным введение войск в Россию, если здесь будет использоваться провокация, если будет готовы против русских граждан? Путин же говорит, что он защищает русских граждан. Вы задаете сугубо теоретический вопрос, на который вы можете и без меня дать себе сугубо теоретический ответ. Я не понимаю, зачем это. Пожалуйста, следующий вопрос. Андрей Ковалевский, какие шаги Россия со стороны Украины воспримет как то, что ее может действительно остановить? То есть на какие шаги Украины Россия будет реагировать? Потому что все мы понимаем, что какие-либо уступки языковых и так далее, это просто повод, и Россия, если бы не нашла какого-то повода, то придумала бы или создала это. То есть это... Я об этом... сказал в своем выступлении, я еще раз повторю. Я считаю, что никакое подобное внешнее вмешательство единой украинской нации не было бы страшно. И та позиция, то дело, которое вам необходимо, на мой взгляд, может быть глубоко ошибочной, сделать для того, чтобы у вас вопрос не стоял той плоскости, в которой вы его ставите, это скорее и эффективно создать единую новую украинскую нацию. Вы далеко продвинулись по этому пути. Доделайте. Хочу вернуться. Анонсирована была сегодняшняя встреча, как встреча со студентами. Все-таки, уважаемые журналисты, сегодня мы вас пригласили, чтобы вы понаблюдали и осветили эту встречу. Поэтому дайте возможность молодежи все-таки задать насущные для них вопросы. Пожалуйста. Добрый. Следующий вопрос, да. Скажите, что ждет крымских татар, если они станут...
Слушай, так, давайте я все-таки задам, наверное, может быть, не услышали. Прокофьев Алексей, Киевский национальный университет строительства и архитектуры. Вам, как человеку, еще имя можно поставить в один ассоциативный ряд с такими словами, как нефть и так далее. Хотелось бы задать вопрос. Насколько реально или насколько утопическое вы видите такую ситуацию отказа от Украины или вообще всей Европы в целом от нефти и газа России? Насколько это вообще реально? И сейчас, в последнее время, альтернативные источники прорвались на шаг вперед, и Европа даже дает некоторые дотации, спонсирует желающих пользоваться этими источниками. Скажем так, нефть, извиняюсь, нефть и газ уже отходит потихоньку назад, даже в автомобиле стоит. Я благодарю за этот вопрос, господи. Так сказать, люблю поговорить на профессиональную тему, в которой вы стараетесь. Господа, вынужден вас огорчить. Если Европа будет прилагать очень серьезные усилия, включая строительство терминалов по приему сжиженного газа из Соединенных Штатов Америки и Катара, если будет эффективным образом сокращаться энергопотребление, тем не менее, это позволит только не увеличивать потребление российского нефти и газа. Не увеличивать. А вот для того, чтобы совсем от них отказаться, с тем, чтобы России пришлось переориентировать поставки на восток, я думаю, что, поскольку это такая очень сложная инфраструктурная задача, я могу сказать, что я думаю, что в 20-летней перспективе, неся каждый год затраты, сравнимые с нынешними военными бюджетами всех европейских стран, Европа могла бы решить данную задачу. Но это в 20-летней перспективе. Не уговаривайте себя тем, чего с профессиональной точки зрения быть не может. Пожалуйста, следующий вопрос. Добрый день, Дмитрий. У меня такой вопрос. Я по образованию аналитик, и я как аналитик рассматриваю оптимистические и пессимистические сценарии происходящих событий. Пессимистически – это Крым переходит в состав Российской Федерации, и нога российского солдата далее идет по Украине. Это вполне реальная ситуация, и я вам скажу, как человек призывного возраста, что 100% здесь присутствующих мужчин возьмут автоматы, пойдут сражаться не с российскими солдатами, а с империализмом России. Прокомментируйте, пожалуйста, это. И второй вопрос. Что будет с татарами, в конце концов, если они перейдут к России? Спасибо. Слава Украине! На первый вопрос я уже отвечал дважды. На второй вопрос я отвечал один раз и отвечу второй. Господа, я некомпетентен в вопросе крымских татар. Ну, некомпетентен. Я считаю, что каждый народ имеет право на культурную автономию. Это моя точка зрения, но конкретно в вопросе крымских татар я некомпетентен. Я говорю о взаимоотношениях между российским и украинским народами. Это то, в чем я пытаюсь разобраться, хотя и это не очень просто. Здравствуйте, меня зовут Глеб, я хочу задать такой вопрос. Вот когда изменится строй в России, демократически, трения между украинской стороной и российской стороной останутся или как? Просто все понимают, что без конфликта из-за Путина. Что будет, если у него? Есть такая знаменитая максима, да, что демократические страны между собой не воюют. Я убежден, что обязательно между демократической Украиной и демократической Россией будут конфликты, торговые конфликты, будут споры по многим вопросам, как эти споры существуют между США и Канадой, между, так сказать, Германией и Францией. Между всеми странами это нормально, у всех есть свои интересы, и когда эти интересы конфликтуют, их необходимо каким-то образом разрешать. Но это будут нормально разрешаемые конфликты при честном отчете перед обществом о сути этих конфликтов и при отражении мнения этого
этих обществ в процессе разрешения этих конфликтов. Я думаю, что нам с вами будет гораздо лучше жить в такой обстановке. Здравствуйте, меня зовут Светлана, я представляю молодежь Украины, и мне кажется, мы все Украины. Частично я являюсь представителем молодежи Украины, я являюсь студентом. Мне кажется, на данный момент всех людей интересует один вопрос. Это ситуация в Крыму и два возможных варианта выхода из этой проблемы. То есть вариант военный и вариант демократический. Вы как человек, который знает Владимира Путина лично, насколько возможно вы считаете выход из этой ситуации демократическим путем? Демократическим путем, я даже не очень понимаю в приложении к нынешней ситуации в России, что вы имеете в виду. Выход из ситуации путем переговоров я на сегодняшний день вижу как единственно возможный. И я вас уверяю, это будет, и предлагаю к этому приготовиться. Хотя я понимаю, что аудитории, здешней аудитории это не нравится, это молодежная аудитория, все хочется решать быстро. Сегодня Крым стал долгим вопросом. Проблему Крыма придется решать долго. Друзья, к сожалению, у нас время ограничено, к сожалению, и у нас последние два вопроса. И я прошу дать возможность задать последние два вопроса именно студентам. Представляете, с какой университет представляете и факультет, пожалуйста. Здравствуйте, Саша, с ФПИ, Издательского полиграфического института. У меня вопрос не касается политики, но я для того, я не знаю, те, кто меня знает, говорят, что я не изменился. Они надеялись, что меня хоть чуть-чуть перевоспитают. Спасибо за вопрос. Я еще планирую некоторое время поприходить в себя. Я просто не мог пройти мимо той ситуации, которая вот создалась сейчас здесь, потому что в Украине у меня много друзей, даже родственники, и взаимоотношения между Украиной и Россией являются, на мой взгляд, вот в этом вот контексте абсолютно ключевыми не только для Украины, но и для российского общества. Но я собираюсь продолжать заниматься общественной деятельностью, общественной деятельностью для России. И если мое нежелание участвовать в выборах не означает то, что я не буду этой общественной деятельностью заниматься. Спасибо. Большое спасибо за то, что вы сотрудничаете. Я студент политеха, правда, выпустивший. Соизмеримо с количеством находящихся вне этого.
Спасибо большое за вопрос. Я услышал ваш вопрос. Я прошу не переоценивать мои возможности. Я свои возможности достаточно четко изложил в своем выступлении. Я полагаю, что определенная часть российского бизнеса, которая хорошо меня знает, прислушивается к моим словам, но точно так же я полагаю, что сейчас основной олигархический круг в России и круг, наиболее приближенный к президенту Путину, который оказывает определенное влияние на принятие решений, составляют приближенные к Путину предприниматели, которые являются скорее его единомышленниками. Это не означает, что они не задумываются о собственной судьбе и судьбе своих капиталов, но эти люди не мои единомышленники, они его единомышленники. Хотелось бы закончить нашу встречу все-таки на вопросе от студента. Пропустите студента, представьтесь, лаконичный вопрос, 10, до 10 секунд вопрос задаете, и мы заканчиваем сегодняшнюю встречу. Добрый день, я зовут Роман. В интернете там очень много комментариев на эту тему. Вот ходатковский до заключения и ходатковский после заключения. Есть ли разница и в чем? Существенная разница есть. Я до заключения был очень увлечен бизнесом. Я считал, что бизнес все-таки это что-то такое самоценное по себе. Я знаю, что, например, многие мои коллеги, бывшие коллеги предприниматели в Америке, так и считают до сегодняшнего дня, и это нормально. Перед тюрьмой, уж особенно в самой тюрьме, я понял, что бизнес – это, конечно, очень важно. Это то, что снабжает нас едой, одеждой, условиями для жизни. Но есть что-то, что важнее. Вот это вот что-то я пытаюсь в себе отыскать. Я думаю, что это искали и те люди, и нашли те люди, которые вышли на Майдан, и которые стояли там под пулями. Большое спасибо. Уважаемый Михаил Борисович, позвольте общественности города Киева, от нашей академической общественности, искренне поблагодарить вас за встречу с нами, поблагодарить за миссию, миротворческую миссию, миссию народной дипломатии, которую вы выполняете, и за те инициативы, которые вы предложили для решения этих сложных проблем. Наш университет может быть маленькой площадкой для некоторых из этих проектов. Спасибо большое, успехов вам!